Меня больше всего в этой истории забавят иноагенты, которые просто выползли из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. И у меня этот месседж, наверное, только к иноагентам. Я думаю, что все прекрасно понимают, ребят, что вы, кроме России, нахуй нигде не нужны. И вот это вот ваша радость, блядь, у соседа сдохла корова, блядь, пустячок, а приятно, она как минимум, блядь, говорит о вас. Ну, такое себе. Кстати, Лолик, я тебя очень люблю. Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками. Ну, даст Бог, я последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали «Голой». Названа она была так, конечно же, иронично. И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект. Знаете, усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось, хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что не понравилось от такому количества людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее. Что скажу? Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит. Я вот в последний раз, а я больше не буду. Никто не знает, что будет. Как, кого сорвет. Кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Вот к людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то вместе. Но все-таки вместе. И новогоднее настроение сохранить. Попробуем. Добрый день, друзья. Ну, казалось бы, вообще все, что могло произойти с Анастасией Вячеславовной Ивлеевой после так называемой Almost Naked вечеринки, уже произошло. Все отмены, все слезы, извинения. Но нет. Шоу must go on. И оно очень даже go on. Это шоу имени Насти Ивлеевой. Продолжается и продолжается. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, надо извиниться, и все, на тебя кричать тогда не будут. Да, просто скажи, извините. Не буду ничего сказывать, что тебе вам что надо. Чтобы ты извинилась. Но тебе надо. Что тебе надо? И чего тебе надо? Чтобы ты извинилась. Я? Да, ты посуду замочила, выбирала и убрала. А что тебе надо? И тебе что надо? Ты извинилась. Извинись, скажи. Не буду ничего извиняться, не буду. Почему? Потому что вы себя задолбали. Пацаны не извиняются. Махабат пыяласан, одасан, корасан.